Так, звук, 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 есть звук, нету звука. Хотите быстрее? Конечно, хотим Если быстрее. доберемся до склона, просто с горки пустим их. Прямо за домом! Ах ты, сучонок. Сучий потрох. Справа, значит. Просто справа. Так. За добавки можно получить доступ в мастер заточек. Мастер хуёчек. Так. Хотите быстрее? Вообще хотим быстрее. Друзья, приветствую. Если доберемся до склона, один из нас продолжает. Сорки, пустим их. Веселые игрульки. Прямо за домом. Справа. Ты что, бита, нет? Эй, видишь, я мотаюсь, вообще отвали, придурок. Как тупо страшно. Какие голодные черти, ладно. Так, убейте зараженных рядом с ним. Да это мы в курсе вообще. Так, что у нас тут есть? Ружишка. Ружишка. Давай толкай быстрее. Ты что, не будешь толкать? Чего он не запрыгивает в пикап? Ладно. Нет места, нет места. Отвлеки его. Да там девку грызут, блядь. Вот сучонок непробиваемый. Меня вообще никак, в любом случае толкать надо. Так, ладно. Смысл есть с этого растолкания так. Хотите быстрее? Если доберемся до склона, просто с горки пустим их. Да. О, бита. Где упыряусы? Толкать будешь, нет? Вроде как все простенько, но как-то нифига не простенько. Да вот это ж фигня какая нездоровая. Так. Хотите так, быстрее? Топе. Быстрее, не быстрее. Если доберемся до склона, просто с горки пустим их. Да, там до горки бы еще добраться бы. Так.
Робовик. Твою мать. О, это я удачно вообще подошел, да? Чего право? Какого дома? Делать просто щелкунчик. Времени в обрез. Навалились. Это кто вахрюква? Твою мать. Не те патроны. Понятно, короче, надо дробовик тащить. Ну хрен с ним, поехали. Ты успеет, нет, дотащить? Целый день испохранил. Понимаешь, что? Теперь с другой стороны, слева. Справа! Там все парашюты, блядь. Большинство, говорит, противников уязвимо. Что там? Дробовик? Дробовик пойдет. Ага, тут мы уже были, да? Ага, здесь тоже все подсобрато. Ну хорошо, хорошо. Да что ты побегаешь, блядь, придурок. Конечно, конечно, целый день. С другой стороны, слева. Оторваться. Едем к холму.
Так, пепелац отлично. Здесь кто нам тут что пораскидал. Так, ну вроде все, поскакали. Что ж ты корыть-то? А куда дели? Где патроны? Готовься! Все, Элли, заводи! Значит, что зараженные тоже это услышали? Садитесь в машину! Джоэл, бросай! Уходим! Жми, жми! Жми! Ну, таки неплохенько, таки весело. Чего они там услышали? Как все хвалят? Все, хорош! Стоп! Элли, не глуши мотор. Из-за нее мы чуть не погибли. Но заметь, она знает, чего хочет. Замечательно. Ты не жилец, брат. О, да. Да, опять же, вроде покусали, ага, а рука перемотана, вот. Это нормально. Что это? Удавка. Пригодится, чтобы сливать топливо из бензобаков. Спасибо. Билл, по поводу твоего друга. Это тяжело. Я... Да-да-да, вообще тяжело звездить. Но в расчете? В расчете. Тогда вали из моего города. Угу. Ему сейчас надо новую хату себе организовать. До старой-то уже хрен доберешься, блин. Пожалуй, став, подождите те. Ну, пожалуйста, ждем. Пожалуйста, продолжи. И что там? Даже фары работают. Нифига он прибалдел. Нет. Пит-стоп, понимаю. Элли, ты чего это не спишь? Ну ладно. Знаю, трудно поверить, но это неплохое чтиво. Одна проблема. Вот она. Продолжение следует. На самом интересном. Где ты это взяла? Ну, там, убила. Чего, думаю, без дела валяется? Просто так. Что еще валялось? Ну, вот. Ностальгия не замучает? Знаешь, эта штука намного старше меня. Надо еще завидеться. Ох, блин. Охренеть. Лучше, чем ничего. Ну что, я даже пленка не размагнитила, что ли? А вот этого твой белик ночи точно хватится. Угу. Почитать нечего, но фотки занимательные.
А, Элли, это не для детей. Ого! Как он вообще ходит с такой штукой между ног? Выбрось это сейчас. Нет, подожди, мне интересно, вокруг чего столько шуму? Ой, страницы слиплись. А... Да я над тобой стебусь. Ну все, лети! Башка из угла выкинула. Зашибись. Нафига сперла, чтобы выбросить? Видимо, бумага, это все-таки повезло-то. А знаешь, мне даже нравится. Может, ты все-таки поспишь? А? Я не устала. Да, конечно, уж ты этот вирусняк просто плющенный. Ага, все, не уставшая, короче, потухла. А че это там окраина города вообще с другой стороны? Просто отлично. Ага, моста нет. А приехали куда? А приехали по кругу обратно, по факту. Капитолий. Ладно. Там же заходили, когда то же самое было. Мост поломан, вот этот вот звездец. Или что-то другое. Эй! Прошу! Охренеть! Помогите! Мы ему поможем? Элли, пристегни ремень. А этот человек? Придуривается. Машину поломали, суки. Ну иди твою за ногу. Ну нахрена ж вас тут столько было. Я в порядке, в порядке. Так вылезай, скорее. Что там, человек без тебя прибежит? Отцепись, недоносок! Ну как бы сплох хватай, что ж ты не ходишь? Нет. Витрину разбили чуть-чуть. Да, запрос. Бомбер. Усё. Тобик сдулся. Так, ладно. Чё там надо Ашечку тыкать? Ну, сейчас попробуем. Сколько их там будет в штучках-то? Человек 250. По-любому целая бригада. Ствола в кармане нет. Будем в рукопашную херачить. Ну, в этом, конечно, что-то есть. Почему Карифундер с ними не попёрся? Он, походу, знал, что там много бандюков и решил, короче, с упырями остаться. Потому что что-то говорит, как-то все не то. С упырями поспокойней. И говорит, знаешь, что можно ждать. Да все, мы это в курсе. Я в порядке, в порядке. Да, ну да. Так вылезай, скорей. Я, короче, сейчас тырят на ту сторону. Так, иди сюда, чем? Отцепись, недоносок! Пристёгну, поверьте. Да, вот тихо-то, ну. Это точно, а сейчас надо тыкать, ну. А порви себе глотку сам называется. Давай, давай. Я не понял. Я тебе покажу. Я тебе покажу. Ох ты, знатно. И все, хватай что-нибудь. Давай. Да что с ними такое? Отдышись. Мы уходим. Ладно. Береги! Ах, там один я. Окружай! Охуй, охужай-то. Сейчас я тебя... Сейчас будешь вообще весь охруженный. Ё-моё! Опа! Слева!
Я пошел! Че, где кто там? Аптечка очень не повредит, да? Прикрой, я пошел! Готов? Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть готов. Так, продолжить? Ну, давай. Черт! Же по-любому вылетит еще раз, да? Давай вылазь, сука. Вылазь давай. Ну где-то там. Давай, постоянно тебе нахер не нужна. Бляха-муха. Какой веселый. Трупешник. Так, чё там? Да что ж ты так шкиваешь? Он пустой! Хлопушка на вас. Давай выхватывай еще один в два раза. Где там, кто там ходит? Ушел. Нет места. Открой, я иду. Куда ты идешь, блин? Посмотри, где ты там лазишь. Давай, вали, чувака, вали нахрен. Все пойдет. Вот это ему тоже будет нафиг не нужно. Блять, завали его. Сука.
Какие они все шустрые. Да, конечно, управление хорошее, но что-то как-то не очень сильно привычное. Да что ты, блядь, будешь подыхать? Что-то с чем-то. Вообще хрена происходит, простите за выражение. Так, ладно. Шимпай ты его, но ему уже не надо ничего. Прикрой меня! А чё? Держи их! Подожди, сейчас я ствол достану. Отстрелялся! Беханна, козел! Показывается, нет? Чё, щемись, нах. Блядь, да что ты, сука? Трясет-то, блядина. Блин! Похоже, кто-то без патронов. Да, есть такая фигня. Беспатроновая. Так, где ты там? Где же ты есть? А ты где? Давай! Не убивай меня! Вот черт! Так, это последний. Ты как там? Ага, вроде нормально. Вот и хорошо, валим к чертовой матери. Ни хрена себе. Посмотрись, вдруг здесь есть что-то ценное. Слушаюсь. Да, и подумаешь, так. Нормальный дробом, чё, ну бери ещё один, ёпара с этой, что такое? Чё, патронов никто не даст, да?
Есть, да, ну не патроны, шпроты просрочены. Вот это великая мочилова. Конечно, просто великая мочилова. Чё там, кирпич? Что-нибудь видишь? Да нет, тут ни хера. Не, ну могли бы хоть что-нибудь интересного пошвырять. Ну все, бери. Ай, слушай, может пройдем здесь? Нет места. Вот это вообще пролет был с аптечкой. Причем это был не просто слегка пролет, это был вообще конкретный пролет. Блять, ну ладно. Так, чё, тут больше ничего, да, не предложат или не предложут. Чё, в машину, да, не сядешь? Ну, хоть зажигание бы выключил, придурочный. Может, пройдем здесь. Стоять, а как он? Да, уж обратно мы не пойдем. Хм. Вообще тема. А заехал-то как? То бишь они, пока он заскочил, загнали автобус, что ли, все замотали, да ну нахрен. А чё сюда-то? А чё не сюда? Да иди вашу за ногу. О. А патроны чё, вообще не нужны, нет? Ну это уже ведь повеселее как бы будет. Так. Что там за прозрачная какашка такая? Ага. Почему девка ничего не бегать не собирает? Потом просто скинула бы, вот нашла. Ну хотя бы так, а не вот это вот. Давай, говорит, бегай, лази сам, все смотри. Немножечко бинтов, пойду его. Ага, и сарайчик, вот он. Ну, все понятно. Ну, очень интересно. Так, давай-ка. Поднимите дверь, чтобы выйти. Выйти откуда? С улицы в помещение, что ли? Ну хорошо. Давай. Хорошо, джинсы лопнули. Благодарись. Поищи что-нибудь, что можно подпереть. О, тут столько всего интересного. Элли! Ну, давай!
пока горит. Так, держу, держу, держу. Ноги, ноги, ноги. Опачки. Смотри. Ага. Так, давай-ка пособираем сначала все говнище, все, что тут есть. Опа, кулечек с допингами. Так, приблизить. Дымовая бомба. Обзор целям при прямом попадании обезжиришь, чтобы вы могли взять у нее захват или скрыться. Вот эта темочка. Нажмите таб для приготовления. Ну ладно. Так, собираем всякое говнишко. Опа, чемодан с инструментами. Напильник. Инструмент уровня 2. Так. Ну давайте-ка посмотрим. И чё? Максимальное здоровье. Блять, максимальное здоровье надо, наверное, побольше все-таки. Дальность слуха, скорость изготовления, скорость лечения, колеебание оружия. Вот это вот, кстати, тоже надо сейчас, наверное. Вот это вообще звездец как надо. Так. Мастер под маргарином. Ну, всякая другая фигня. Так, чё тут? Кого тут? О, книженцы, пойдет. Бумаги как бы с собой надо вообще всегда много. Так, обувь 4, куртка, куртка, хуёртка. Ничего, не гоняются за этой психопаткой. Так, это все за борт. Все вроде собрано. Все вроде собрано за нас. Охотники. На их месте могли быть мы. Надо же. Надо. Сколько людей здесь погибло. Надо было разворачивать машину и валить. Мы выжили. С трудом. Уходим отсюда. Кое-как практически случайно. Ну, машина просрана безбожно, поэтому можно как бы это стараться вытащить свой зад. Что там в горе мусора нет, ничего? Или в горе? Гора, горе, кто? Куча. Как ты узнал? Ты о чем? Насчет засады. Да-да-да. Я был по обе стороны баррикад. Ой. Значит, ты убивал невинных людей? Ну, значит, да. Понимай, как хочешь. Опа, бухлишка. Опа, матрасик. Похоже, здесь эти козлы спят. То есть спали. Так, первая помощь по их условиях наложения шин, шины для фиксации, для-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Спать его пос... Ага, все понятно. Замотайте ногу в руку. Аптечки улучшены. Эффективность аптечек повышается на 33%. Для просмотра нажмите таб. Ух ты. Так, что у нас тут еще может быть? Или может не быть? Стреляй без предупреждения, по выжившим стреляю дважды. Коль налево ты пойдешь. Кропаль пиздюлин отхватаешь. Так, отсюда пришёл, туда пошёл. Это видно дальше здание, да? А это, походу, что-то... Ага. Опа. Так, кстати, вот хорошее место. Пойдет. Что мы будем перебрать? Блять, смотрите-ка, даже свет включенный-то. Охотничья винтовка. Мощность оптика.
Так. Так, кобура дополнительная для добавления на селектор еще одной ячейки для краткоствольного оружия. Блин, ну в принципе. Подробнее. Так, так, так. Ага. Кобура для краткоствольного. Блин, да пойдет, наверное же. Расходуется 75, требуется один. Давай, короче, много не бывает. Что сейчас пришлепает? О, кружок руки шихья пойдет. Что, так быстро пришил, что ли? Дополнительные лечики производства краткоствольного оружия. Так, ладно, давай-ка назад. Так, что мы можем иметь? Так, кобура для длинноствольного оружия. Соточка. Угу. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Что нам нужно? Расходуется 75, требуется один. Но, блин. Это, наверное, лучше так, чем вот это вот долгое перепихивание всего. Что, лямочку только одну пришлепал, что ли? Длинная кобура, охотничья винтовка. Броню, бронебойность плюс 100, 75, 25, требуется 3, требуется 1 оптическим прицелом. Плюс 15. Что-то все не то. Ладно, а тут... Расходуется 30, дальность, ближняя дистанция поражения оружия. Скорость натяжения 35. Угу. А есть вот это вот, меньше трепыхания. Что, протер и все, что ли? Вообще пойдет. Все, собирай манатки. Очень даже неплохо. Вообще неплохо. Нормальная модификация. Чтобы стрелять дальше, надо протереть. Не, слушай, мне это нравится. Что можно еще тут напротирать? Так, а что тут? Опа! Стрелочки. Что, две только? Жмоты. Валим. Опа. Что за крематорий? Фу, мне показалось, они не зараженные. Неважно, пошли отсюда. Да что-то ж бегали же по такой фигне уже два раза. Вот мост. По нему мы выберемся отсюда. Угу, осталось только до моста добраться. Элли, не спеши. Подожди меня.
Ну чего тебе? Я здесь. Давай я пойду первым. И не шуми. Ладно. Я могу свистеть. Ну, нифига себе. Ну вот. Дикие звезды. Теперь будешь меня доставать. Крутота. Терминатор Сокс. Доктор Десалава. Далее космос, человеческая солнечная система. Мы дальше будем пригодилась специальная территория относительности своей лаборатории Гелена и шла к открытию, которое позволит людям узнать о ним. Вселенной, ух ты, все пойдет. Главное, всякую херню собирает, она в окошко выкидывает. Так, в любом случае, надо было по лбу настучать за такое. Так, ладно, машина что есть. Что произошло? Также перковка включена, да там все нормально должно быть. Что там про... Ой. Это твои друзья-охотники? Мило. Нет, я думаю, что это солдаты. Зачем убивать людей? Всем не хватило места. Проще убить? А мертвые не болеют. Убить нескольких, чтобы спасти многих. Это отстой. Да. Ну тогда да. Дойдут парковка. Че машина не едет? Машины все на парковках стоят, должны быть рабочие, по идее-то. Что это? Не знаю. Элли, пригнись. Стрелять вообще умеешь? Прячемся. Раздели! Гореть тебе! Я пошел! Черт! Ты за это заплатишь! Где еще кто? Что ли? Вашу дивизию. Обыщи тут все. Ты видел? Неплохо. О, спасибо, Джоэл. Замена чего? Одной на другую, что ли? А что видел-то? Ух ты ж, так, однёрочка. Уже неплохенько. Побежали дальше. Чё, не сюда, что ли? А куда? Поднять настроение. Готов? Все люди в мире братья. Просто старшие бьют младших. Да, вообще звездец, как так? Угу. А распатронил. Ох ты. Вот это мы сейчас тут пришли. На непонятная эшелонированная составляющая. А мост ведь далеко.
Дойдем. Но это не точно. О, странно выглядит. КПП без солдат. Сейчас в большинстве зон так. Это уже давно заброшено. Так, теперь эти гады придержат под контролем всю реку. Тыры-тыры-тыры-тыры. Выбрали нас с высоты. Трое даже. Отдавайте паёк. Опять потрудить приспичило. Почему им не давали еду? Иногда еда заканчивалась, хотя чаще ее просто не выдавали. В Бостоне такого никогда не было. Ну а в других местах сплошь и рядом. Будет. Продажные ублюдки. Замечательная лекция. Хороший тост. Пошли. Немножечко мусора. Да ё-моё. Вот это называется фиг доберешься. Хорошо простреливается все. Warning Capella Contraventro. Ага, точно не убежит. Слышу охотников. Да, я тоже. Главное, пока мы не уйдем отсюда, говори потише. Ясно? Всю ночь гонялись за этим туристом. Ого, ты тоже? Я слышал про это. Там была одна девица, злющая как черт. А уж какая верткая. Мы там всех перестреляли за пару минут, а за этим шилом в заднице гонялись часов 5. Да, иногда приходится отрабатывать свои денежки. Точно. Мы уже почти закончили. И тут она начала. Короче, стрелять. Тут не посочувствовал. Эта дура могла уйти, но нет, в итоге. Двое ребят ее отвлекли, а я взял в прицел ее симпатичную головку и бам! И все. Черт, может, стоило прихватить ее с собой, переманить к нам? Не вариант. Она бы нам всем глотки во сне перерезала. Ты за это ответишь! Базару нет. Немножечко дохл. Так, что-то хреновое, да, затея? Ходить. С недобитым чуваком. Сядь! Возле ящика! Тоже фигня нездоровая. Ладно. Попробуем по-другому. Чтобы выйти из режима прицеливания, нажмите... Ага, все понятно. Держи! Одновременно! Полегчало аж два раза. Девица, говорит, ушла. Ну вот он. Убивец, сука. Хуяшки, хуяшки, сука. Ну чё ты ничего не берешь, ничего не надо, что ли? Черпачок пойдет. А где еще бригада?
Или тут что, типа все кончились? Так, ладно, ворота центральные. Походу машины тут давно не ездили. Значит, что? Надо где-то. Ага, здание, идем через здание. Ну, типа, хорошо, да, да. Так, продолжаем наши про... Ага. Надо в здании еще посмотреть, что там вообще есть и что-то куда творится. О, точно не скажете, не подскажете, как пройти в библиотеку. Чего? Где? Так, раз кирпичик, два кирпичик. А. Нормально так побегали, просто не заметил никого. Сколько ж тут всего нужного-то? Право, блядь, относительно тебя или меня, понятно? Ну как? Нет, тут никого! Вашу мать! Тут еще один труп! Берегитесь! Джоэл, гляди! И чё, только два, что ли, осталось? Никого нет, ни там, ни тут.
Черт, черт, черт! О, да. Что, он сильно переживает, что ли? Боже! Да похеру там, что у него. Сейчас сам выйдет. Вот он идет, идет. Давай, 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 давай. Давай быстренько вышел и все, и закончим с этим. Так, ты пизанила. На прицеле. Где эта сука? Понятно. А так все хорошо начиналось. А девка куда смотрит вообще? Девка смотрит в непонятно из куда. Так. Ё-моё! Чё ещё? Ага, ещё один. Вот дерьмо! Полнейшее! Боже! А, чёрт! Чёрт! Осторожно! Ни хера, он ему в бошку всадил просто. Пух, и всё, готов. Блин. Для быстрого разворота удерживайте и нажмите Space. Так, ладно, сколько вас тут еще осталось? Что, опять 28 челов? Или один? Угу, один. Ну нет, уходит это вот. Боже. Блять. Что-то, короче, не выходит режим слуха, удерживая предупредить. Ага. Удерживаю. Так. Ну все понятно. Где этот? Да этот чел делся. Чем мы можем порадовать-то? Какой он свинтил? Угу.
еще, да, какой-то очень странно мутный тип. Выбили глаз. Выбили глаз. Блять, ну долго вот этот срыв у него. Из сидячего положения в стоячее. Короче, фуфел какой-то полнейший. Так, ладно, пошли отсюда. Где эта херня тут бегает? Так, быстренько рассматриваем все, что можно подобрать. Все, что нельзя подобрать. Что за хаотичные побегалки? Хм. Ну-ка, давай-ка попробуем отсюда зайти. Стоять. Так, кирпич. Дробовиком как-то все-таки посимпатичнее в этом плане. Так, что у нас тут есть? Так он бегает и всем брякает, что ли? Придурок. Вообще никого нет. Пошел!
Черт, еле отбились. Мы выживем на зло вселенной. Нас не сломить. Не понял? Дик звездный свет. Да-да-да, замечательный тост. Так герой говорит после сражения. Ага. Нас не сломить? Ага. Ладно. А, ну вот второй, да, заход. Второго войска выбежали отсюда нахер. О, трешачок, трешачок, полнейший. Так. Бутылька, не бутылька, там вот что там, что там есть. Ох ты, целый бар. Нет места. Целый бар, целый бар. А звездюлей-то он знатных нахватался, ладно, так. Ух ты. Так, и чё? Понял. Вот эта комната, походу, с инструментами должна быть, да? Или это еще одна лестница? Надо как-то поднять настроение. Сейчас тебе настроение подниму. Все люди в мире братья. Просто старшие бьют младших. Это мы удачно зашли. Что это? Комиксы. Анекдоты. Ёпка. Шутки в сторону. Часть вторая. Уилл Ливингстон. Пойдем дальше. Так, это что было, кухня? Так они и спиваются. Запои. Понял. Первую голову надо поесть, сказала чудовище. Ну вот, есть захотелось. Замечательно. Так, мелкий мятеж превратился в кровавую баню. Мы понесли огромные потери, уже практически не контролируем зону, если сами себя. Сама ты поняла? Что за чушь? Атланта, сэр. Ух ты, короче. Кошка боялась пылесоса, а потом втянулась. Никогда не слышал. Ладно, нашутилась. Так, что-то, по-моему, уже были. Неоднократно. Все, пора валить. Пора валить отсюда. Пошли нахер. Так, отваливаем, отваливаем, отваливаем. Ага, так, короче, вот эта внутрянка была, получается, да? А вот он, выход на улицу. Сейчас надо куда-то свинтить. Ох ты, ёпушки. До чего надо дойти, чтобы вешать солдат? Люди в отчаянии способны на что угодно. Угу, солдаты, так что, получается, придурки. Мы тут против повстанцев? Выходит так. Повстанцы. Да там чисто бандюки, не повстанцы. Посмотрим, куда он ведет. По повстанцы. Куда они там повставали-то? Хорошо. Вообще никуда не ведет. Не сломай шею. Сломает она шею. Чё? Нет, ничего. Просто показалось. Так, тут нам, короче, не сильно довольны. Так. Лежи, лежи, лежи. Валим отсюда. Опять они. Два засранца. Да чё ты давай стреляй нахрен? Ничего. Вроде нас не видели. Ты там чё, их не завалил, что ли? Фух. Вот и наш мост.
Мы приближаемся. Не будем терять время. За Титаник. Пошли. Дикие звезды, фильм пойдет. Поскакали бы отсюда. Поскакали бы туда. Нет, что-то походу никто не выйдет. Нет, я не допрыгну. Подсади меня наверх, я положу доску. Ага, хорошо. На какой верх? Так, а тут что есть? А тут есть нифига. Интересная фигня. Так. Смотри-ка, еще одна плавучая хреновина. Может, мне на ней переплыть? Где? Твоя плавучая хреновина. Ой, так. И чё? Где ты видел? Если серьезно, то где? Хреновина есть, но не плавучая. Подожди! Узнаю, что там. Короче, это у кого-то завалили нахрен. Нормально, вот бревнышко. Давай, поднимай свои корочка. Эй, приветствуйте. Пиво, пиво. Слушаю музыку. Да. Это еще тут на месте, нет? Он уже свинтил. Че ты, блядь, будешь залазить? Что там происходит? Залезай. Пойдем через отель. Пивной магнат. Ты где? А, видать, уже ушел. Ну ладно. Что ты, блин? Что за херня? Что, я не с той стороны подплыл, что ли? Ладно.
Все, давай вперед. Что-то вы, короче, конкретно висните, блядь. Клади доску, как они. Зачем какануть-то? Нихера себе. Готово. Остается придумать, как залезть тебе. Вообще не вопрос. А чё, по бревну не заберется? Ёбаный придурок, блин. Сука, ладно, погнали отсюда дальше. Хотель. Я тут что, два варианта прохода? Или туда, или сюда? Ну что ты? Думаешь, охотники ушли? Скоро узнаем. Тут все чисто. Спускайся. Ого, круто. Ага, было, но недолго. Жил когда-нибудь в таких местах? Ну, пока все не накрылось. Бедный тазик. Нет, для меня слишком дорого. Роскошное местечко. Так, а что тут за мужа? А, таксофоны висят. И тоже неплохо. Унести. Что, нельзя залезть просто? Как бы туда залезть? Все понятно. Нам надо тут дверь. Надо, короче, подсказки, походу, потихоньку такие. Так, и все. Да главное, шлезец уж никто не спёр, да? Хм. А как они забрались-то? По факту. Лезь! Или случайно запрыгнули? Походу случайно. Так. Ну, лифт-то по-любому не рабочий. Смотри под ноги. Да, смотри, не наебнись. А нахера нам лифт? Ни хрена себе оранжерея была. Пригнись, пригнись. Стоп. Сколько же это? Слева. Пятый на этой неделе, но я не жалуюсь. Может и нет. Ну, все? Надо проверить еще один этаж. Что проверить? За неделю ни одного щелкуна. Потому что мы работаем тщательно. Давай уже закругляться, ладно? Ладно, пошли. О! Держи их! Нет! Оружие! Вот это сейчас что было, блядь? Сбоку! Слушай, так патронов не хватит, блядь. Давай, вали его.
Эй, я тут. Я тут. Вот так, да, все отлично. Так, что у нас там попад... Так, черт. Принеси. Стоп. Сколько же это? А, пятый на этой неделе, но я не жалуюсь. Может и нет. Ну, все? Надо проверить еще один этаж. Что проверить? За неделю ни одного щелкуна. Потому что мы работаем тщательно. Давай уже закругляться, ладно? Ладно, пошли. Опачки. Как это нету места, блин? Ладно, мы потом сюда вернемся. Сухофрукты — это вообще тема отличная. Как раз ребенок голодный. Нет места. Да вот один, вот второй. Все, пойдет. И раз, и два. Ага. О. Так, один и второй. Да, все, будь дохлый. Не двигайся. Ничего себе. Так, где-то еще один, да, был? Где-то был.
Тише, 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 говорит, тише. Так, где кто? Кто-то еще где-то вот бегает. Все, ищем лестницу. Надо зафигачить этого придурка. Всей видимости, все. Банда обезврежена. Это опять же не точно. Так, детенок, погнали вниз. Там много всяких вкусняшек внизу не освоенных. Так, здесь нет, да? Это бурбуляторный. А, что-то он выдохся, короче, потихой. А может и не потихой, ну, короче, знатно. Так. Плязьма. Бутилька. Давай бегаем по комнатам, смотрим, что можно стырить. О, пойдет. Все, пошли, что ты там в стойку становишься. Позу пьяного лотоса. Так. Все, что ли? Да. Дарин-тынь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 . Так, вот еще один. Чувак, нет места. Замена. Да, трубочку бы надо все-таки заменить. Почему он две трубы не берет, например? Что они слишком тяжелы для него? Он не вывозит. Прикингинг, скокингинг. Ага. Так, это мы вот сюда зашли. Ну и все. При всем варианте. Скорее всего, еще кто-то может быть вот в этой комнатке. Ага. О, нет места. Нет места для чего? Так. Что мы имеем? Аптечкусы. Яичкусы, так. Угу. Зажигательная бухлишка. Блять, тряпка, наверное, все-таки еще нужна. Нет места, ладно. Нет, так нет. А что у нас тут? Угу. Это вообще прискорбно. Так, здесь мы уже были. Да все, давай, чеши, что ты, блядь, трешься об него.
Отличная терраска, слушай. Что тут еще недонайденного? Биточка. Не надо биту заменять. Она быстро разлетается. А вот это что? Кусок доски. Все понято. Все, погнали. Труба-то всяко ж посимпатичнее будет. Так, все. Улетели отсюда. Йоксид. Йоксид. Так. Что тут были. Причем так были, что аж вот отсюда вот зашли. А нам явно надо в другую сторону. Так. Долгое шукание произошло. Сверхтихий и сверхшумный, точнее, сверхнезаметный. Трешачок, причем полнейший. Так, ладно, ребятки, пожалуй, на сегодня будем закругляться. Продолжим в следующий раз. Всем спасибо за просмотр. Пока.